Эстафеты, лазертаг и командные игры. В спортивном празднике участвуют 45 ребят, весь состав первой смены. Лагерь дневного пребывания «Солнечный» в Зареченской школе организовывает уже четвертый год подряд. Он пользуется успехом у местных жителей. Если в 2015-м здесь было всего 16 детей, сейчас почти 50. Мы предлагаем им занятия спортивные обязательно каждый день, художественно-эстетической направленности, различные творческие мероприятия проводим. Ну и плавание в бассейне, естественно, и отдых короткий, и чтение книжек обязательно. Возможность определить детей в пришкольный лагерь для многих родителей бесценна. Александра Силкина ежедневно приводит сюда сыновей-двойняшек – Прохора и Михаила. Рассказывает, то, что за детьми присматривают школьные педагоги, вселяет спокойствие. Это очень интересное предложение, которое есть в нашей школе. Оно позволяет детям активно отдыхать под руководством наших любимых педагогов. Вот. Мы имеем возможность работать точно так же, как и дети. Детей оставляем, совершенно не беспокоимся за их благополучие, за их питание, за их развитие. Это очень удобно. Не только игры на свежем воздухе и физическая активность. Воспитанники пришкольного лагеря посещают мастер-классы. Например, сегодня у них занятия по танцам. Кроме того, у детей остаются хорошие воспоминания о школе. Как о месте, где не только интересно, но и весело. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».